Что, пацаны, всем привет! Рад приветствовать вас на канале Казак ТВ. А куда это я так еду в такую срань-то? В 9:30. На гоночку на эндуро за порогами. Это второй этап. Первый был весной, второй осенью. Я еду без Романа. Как вы думаете, почему? Обычно мы с Романом сюда едем, рассказываем, что мы едем на гоночку. А Роман поехал туда пораньше. Видимо, прикатывать и тренироваться. Хочет Димку победить. Хочу сказать, что рекордное количество участников, как для такой локальной гонки. 90 участников только онлайн. Сколько по факту будет, я не знаю. Но все гонки, которые проводились в Украине, ну, по контринам я не сильно мониторю, но вот, по крайней мере, там эндуро, ДХ, мини-ДХ, такого количества не собирает. Это очень здорово. Спасибо, что приехали, ребята. Ну что, пацаны, заваривайте чай, кофе, что вы пьете. Усаживайтесь поудобней, а мы начинаем. Роман, я говорю, что я еду сам, тебя рядом нет. Почему? Потому что ты приехал раньше на трассу прикатывать. Надеюсь, ты в этот раз сможешь у меня победить. Я Мы, конечно же, с подписчиками желаем тебе удачи. Да. Они уже заварили кофе готовятся смотреть. К сожалению, я еду вне зачета, поэтому на подиуме буду стоять в одиночку. Я столько участников давно, конечно, не видел. Просто тьма людей. И погода хорошая. В очередной раз скажу, что просто это... прекрасный день. Думаю, что не менее прекрасная гонка будет. Интересная, классная, сложная. Вперед, вперед, вперед! Come on, boy! Кого показать? Прибыль покажи. Если я не ошибаюсь, это человек, который выиграл целый кубок в элиминаторе. Да. Не оставил такое. Шансов никому. Ну, пытался пару раз с спущенными колесами стартовать. Ну, колючки, да. Да? Да, было очень весело. А ты эндуро не катаешь вообще или катаешь? Первый старт, раз. Вообще первая попытка. И как тебе вообще в целом? Огненно. Нравится. Сложные участки какие-то есть? Трамплинчики, камушки. И то, что... А у землянистый этот участок, спуск тот крутой, который с поворотом, с камнями? На третьей трассе, который сильно камнистый. Нет, потому что я принципиальная скотина и езжу с поднятым подседелом. А у тебя хартейл? У тебя нет короткоходного подвеса? Нет, в принципе нет. Есть трейловый контрилик, но я его еще не дособрал, поэтому... Как принципиальный контрил, я езжу с поднятым подседелом. И с поднятым подседелом он просто мне там зайдет куда-то в грудь. Ну что ж, желаем удачи. Сейчас идут заезды на первом участке. Я взял опять свой спортпитик. Взял протеин, взял изотоник, взял гели. Хотелось же взять энергетические шоты, но не прислали мне. Странные магазины как-то работают. Блин, наличие есть, типа заказываешь, никто, короче, ничего не присылает. Ну, поглядим. Взял с кофеином, взял без кофеина, взял жевательные, типа, мишки, вот эти вот тоже, которые энергетические. Все покушаю, все проверю, расскажу вам, какой эффект. Я помню, что вы очень много просили сделать все-таки обзор на спортпит, именно не для качков, да, то есть не про БЦА, там не про... креатины все эти истории, а именно для атлетов, для тех, кто пользуется изотониками, энергетическими всякими штуками, то есть тех, кто на выносливость, то есть немножко другой спортпит. Вот. Я не особо силен в нем, но я понемногу вникаю в тему, и я вам по мере поступления информации буду рассказывать в роликах, а чуть позже сделаю вам отдельный ролик по тому, что я как принимаю, какой эффект дает тот или иной напиток или энергетический гель, или батончик. А вот идет качок, который сильно разбирается в спортпите. Ты что, прям уже все девки помокрели? Два, один, старт. Come on, boy, давай! Ебаш! Вперед!
повесил номерочек, 57-й. Андрюха, как участки? Отличный, сочный участок. Мощный? Да, сочный. Какой больше нравится? Все. Все участки достойны. Спасибо, а ты не прыгал? А ты не прыгал? Не, зачем? А ты прыгал? Да. И телефон разбили. 3, 2, 1, старт. Минута 15. Да. Ты сильно в лесу заебался до грифа заковыряться? Ну, ходержак хороший. 1.14.8. На 2 сотые быстрее меня. Красавчик. Ну, я проехал чисто, черт побери, быстрее уже некуда. Как думаешь, Ромка за какое время проедет? Я думаю, вот где-то минута 16, минута 17. И... На 2 сотые быстрее меня. И Кучук на 0,02 быстрее меня. У вас с Кучуком одинаковое время. Минута 19 у Лехи. Сейчас мы спросим нормальных кондрийщиков, как им трасса. Вот ну что, парень? Вот эти ребята тут как, видят. Как вам быть не в своей тарелке? Или это ваша тарелка? Как вообще участки? Это классно, надо резину пошире, давление поменьше. То есть, типа, на другом велике было бы классно? Идеально было бы на другом велике, на другом подвесе. Хотя бы на контрином подвесе, да. Ну, не на картеле. Холмы выбивают, да? Там, где участок сиськи. Да, там много бугров. Они слишком близко расположены, пытаясь поначалу отыгрывать, а скорость растет, и потом просто такой начинается. Отхватулины. И после них потом сил уже вообще нету, выезжаешь, и вытрусила, блин, так нормально. Вперед! Хорошо! О, осторожно! Аман, давай! Пошел готовиться к своему второму заезду. Будем надеяться, что все пойдет по плану. Заеду чисто, без ошибок. Очень бы хотелось не накосячить. Вроде с нервами я уже своими разобрался, потому что очень сильно я нервничаю всегда перед стартами. И это сильно мешает во время заезда. Сейчас я спокоен, стабилен, как Боин. И, видимо, вчера перед гоночкой немножко перетруханило, и сегодня уже нормально себя чувствую. В общем, бывает такое, предстартовый мандраж называется, но сейчас у меня его нету. Фу, и это очень хорошо. 3, 2, 1, старт! Пошел!
Я контакты не держит, все. А что случилось? На нос решил? Не. Я, блядь, ошибся, я чувак. Я ехал на педали, просто стояла нога, я не мог крутить. Пиздец. Ну типа смотри. Нет, тупо просто шипы, ну все ровные. А я на последнем холме, вот это же последнее, что можно срезать, и налево поворот плоский. Да. Там разбили меня у волоко, я ногой аж оттолкнулся. Да ничего страшного, главное, чтобы без падений. Да. Все, давай, не далеко отсюда. 11.8. Ну, видишь, 2 секунды ты где-то все-таки нашел. Я запыхался. Да, тяжелый, физически тяжелый участок. Да, ты первый, я второй. Ну, я не помню, кто там... По-моему, да. Думаю, да. Ну, это твоя тема. Ну, я устал. Давай! 12.7 у тебя. Поднял по повороте, прям перед каменной снижал. Роман, ну мы приехали 2,5 часа. Ты доволен? Да, очень. Темп, я доволен. Ехать, ты физически своей, сильнее, молодец, тебе не запутался. Вот, ну, ты молодец тоже, скажем, второй, по идее, должен после, быть. На этом спецучастке? После наверное, этого да. Будет а я по сумме сейчас лидирую с отрывом. Надо было грехаться в страшных девочках. Не, отлично. Вот тут непонятный лесок, а там прикольно. Эту сейчас будем ехать. Едут! Молодец. А, этот, да, этот едет. Ебай! Хорош! Давай, Стас, порви его! Догоняй! Давай, красавчик! Вперед! Дави его! Ничего страшного, давай, красавчик! Тринкс жив! Все нормально, смещайся назад. Трек рулит! Сидим, чилимся на третьем участке, перед третьим заездом. Последним. Шурман, ты сел, просто крайний. Разложил свои причиндалы именно. А что, вы готовы прокрутить последний раз уже сегодня? Ты знаешь, я крайний раз. Большую усталость, но в кредит возьму силы и доеду. Ага. Закончу начатое. Стоя будешь как зверь скручивать. Не знаю, проверим. Ну, не могу пока знать наперед. А вы как себя чувствуете, Дмитрий Ильич? Хорошо, ты знаешь, всякие батончики, вот эти вот ели, все-таки дают. Я хороший, тоже нашировался. Результат. Да. А мне еще мишки были жевательные, там, энергетические. Ну, да, я видел, ты от меня спрятал очень много припасов. Да. Только достаешь новые всякие. Да, а у меня еще есть. Димон, наберем на двоих, только. Конечно. Нет, ты сказал, что ты будешь брать энергетические гели. Возьми, я тебе все взял, не надо. Ты получил 5 штук? Отстань от меня. У тебя с запасом было. То, что ты их жрал вместо завтрака с кашкой, не виноват. Ничего подобного. Адская ладно. Ну, как вам вообще в общем? Все хорошо, классно, всем нравится. Ну, мы, конечно, надеемся. Вы, конечно, напишите в комментариях. Может, кому-то не нравится гонка, может, что-то кому-то не понравилось. Нет, конечно, если есть конструктивная критика, вы пишите, мы возьмем на вооружение. Конечно. Хорошо, что мы успеваем до заката. А это большое дело, потому что 85 или 86 участников, будьте любезны, это большое дело. И три участка трижды. И успеть, что осенью как бы темнеет немножечко раньше, да. Без 26, да. Поэтому мы, конечно, стараемся. 3, 2, 1, старт! Давай! Thank you.
Было первое время, сейчас второе. За секунду проигрываю. Давай, красавчик. Давай, ты мне тоже. 0,06. За молодец. Давай, давай, давай! Давай! 12,6 у тебя. Ну, минута 12,6. А минута 12,2. Ай, хорошо. Полсекунды. У Лехи минута 12,7. Но, Роман меня на секунду обкатил. У него 11,2, а у меня 12,2. Какой Роман? Короче. Молодец. Гонка окончена. Скоро гласят результаты. Вот. Подведу итоги по спортпиту. Смотрите, я ничего не кушал на гонку. Я кушал только 3 протеиновых батончика. За 15 минут, за 20 до старта я выпивал по энергетическому гелю. А последний заезд я выпил с кофеином энергетический гель. И кушал жевательные мишки с кофеином тоже перед последним заездом. Съел 3 банана. Выпил 2 по 0,7 изотоника. Все, больше я сегодня ничего не ел. Позавтракал я овсяной кашей с сухофруктами. Выпил чашку кофе с молоком. Все. Всем спасибо, кто приехал. Всем спасибо, кто не приехал и посмотрит это видео. Если вы хотите, а вы захотите, обязательно приезжайте весной. Обязательно приезжайте следующей осенью. Соревнования наши не заканчиваются, только набирают обороты. В этот раз было больше 80 участников. Нас это очень порадовало. Все прошло гладко. Погода супер. Сейчас будете кусать локти, только сильно не увлекайтесь, до костей не позрезайте. Кто-то не приехал, сейчас начнется. Да, ай, да. Это, знаешь, ну начнется. Ничего. Весной страшно. Да. Да. Весной постной будет еще лучше. Будет еще больше людей. Роман найдет еще интереснее участки. Будет все только лучше. Так что вы теперь знаете, что в Запорожье проводится хорошая эндуро-гонка. Конечно, не то, чего мы хотели бы. Чего бы вы, может быть, хотели бы от эндуро, но, к сожалению, в наших условиях мы не можем провести что-то масштабнее. Гор. Да. Ну что, на этой прекрасной ноте я предлагаю попрощаться. Да. А вы пишите в комментариях, да, как вам видео, да, как ивент. Да. Че не приехали, напишите уже. Да, пояснительную записку в комментариях. Всем спасибо, чуваки. Ну а мы на награждение. Да.